Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия, и я Вика. Сегодня мы свяжем шапку-ушанку. Девчонки, много ваших просьб на мое видение шапки-ушанки, то есть моя версия шапки-ушанки. Их много сейчас, все вяжут, ну, и меня просят. Ну, в общем, вяжу я шапку-ушанку так, как ее вижу я. Моих видений уже, кстати, смотрите, плейлист с шапками, есть отдельный плейлист, шапок много, и там ушанок у меня, по-моему, 3 штуки есть. Так что, девчонки, это для меня не новость, и я уже их вязала. Значит, вязать буду вот такой вот, вот этой вот пряжей пухнорки, очень классная, мне нравится она. Меня вот, я уже вязала одну шапочку, которую распустила, ссылку на нее, она с AliExpress, ссылку на нее я оставлю под видео. В этой бобинке 100 граммов, так что ее одной хватает, и по качеству она лучше, чем та, которая в маленьких моточках. Это мое мнение, по моим ощущениям. Вот, спицы 3,5 миллиметра, вязать буду в три сложения. Внимание, как складывать, вязать из одного мотка в 3 сложения, есть у меня видео, оставлю ссылочку тоже. Вот, и для начала, значит, шапка у нас будет, она универсальная, хоть для ребенка, хоть для девочки, хоть для мальчика, хоть для мужчины, хоть для женщины. Где можно подкорректировать размер, я вам буду говорить, девчонки. Шапка связана будет резинкой 2х2. Легко ее можно будет сделать в двойную, я тоже этот вариант оговорю потом в процессе. Ну и корректировка по размеру тоже буду говорить в процессе вязания. Так, вроде бы все сказала, что хотела. Другие варианты шапок смотрим в плейлисте с шапками. Манишки, шарфы тоже смотрим в плейлисте. Варежки, перчатки тоже есть отдельный лист у меня на 2 спицах. И варежки, и перчатки, и все что угодно у меня там есть. Ну, не совсем уж все что угодно, но есть над чем поработать, девчонки. Так что смотрите, вяжите, комплектуйте. Вот, допустим, к шапке манишку или снудик тоже смотрите, выбирайте. Я еще, конечно же, буду вязать очень много всего. Вот, поэтому пока то, что есть, то смотрите, а остальное ждите. Значит, набираю для начала 12 петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так. И вяжу резинкой 2х2. Так, про 3 сложения сказала, да, как одного клубка вязать, это тоже ссылочку оставлю. Очень легко вязать, не перематывая в клубки. Значит, вяжем резинкой 2х2. Первый ряд. Начиная со второго ряда, вот первый ряд мы провязали. У нас вязание началось с 2 лицевых и закончилось 2 лицевыми. Так, теперь начиная со второго ряда мы снизу, вот с протяжки нижней, вытягиваем, одеваем петлю. Вот так вот скручиваем ее. Видите, одела и провязала по узору, то есть как мне нужно сейчас провязать. И вяжу до конца ряда. То есть в начале каждого ряда, после кромочной, мы будем добавлять по одной петле. Пока у нас на спицах не образуется 28 петель. Здесь можете корректировать, то есть ширину вот этого ушка. У вас может быть 30 петель, допустим. Если у вас другая пряжа, то в сантиметрах я все буду промерять, чтобы вы ориентировались по сантиметрам. То есть если вы будете вязать из другой пряжи, то будете ориентироваться по сантиметрам. Значит, еще раз смотрите, подхватываю я протяжку, одеваю, и она получается вот такая вот скрученная, видите. И ее я провязываю, если это изнаночная или лицевая, все равно за заднюю стеночку, чтобы сохранить вот эту вот скрутку. Еще раз смотрим, вот она.
и за вот эту вот, за заднюю стеночку. Сейчас мне нужна изнаночная, я провязываю изнаночной. Если нужна лицевая, опять же за заднюю стеночку провязываем лицевую. Но чтобы не терять, сохранить вот эту скруточку, чтобы у нас там здесь в этом вязании нам дырки не нужны. И вот таким вот образом я вяжу до того момента, пока у меня на спицах не будет 28 петель. Снова смотрите, достаю, здесь у меня лицевая вторая, одела и за заднюю стеночку одеваю, провязываю и вяжу уже дальше. То есть понятно, да, я вяжу сейчас, пока у меня не будет 28 петель. Так, на спицах у меня 28 петель, я добавила все нужные петли, 16 петель добавила. Вот так вот это выглядит, ну, оно стянуто, оно подрастянется, еще обвязка там сделает свое дело. Начинается вязание у меня 2 лицевые и заканчивается 2 лицевые. То же самое у нас было в начале, вот видите. И здесь то же самое. Это очень важно, потому что потом должны совпасть эта резинка 2 на 2 при соединении всех деталей. Всего у меня провязано здесь 32 ряда. Это с этим. Я даже не считала, сколько здесь было рядов. Вот от начала вязания 32 ряда. И в высоту по сантиметрам у меня 12,5 сантиметра. Вот буквально 12,5 сантиметра. А в ширину, вот если не растягивать, но мы понимаем, что это все дело будет у нас работать. В ширину вот так, в лежачем положении, это 10 сантиметров. Вот. Ну, а далее уже будет как будет. Значит, таких деталей нам нужно 2. Вот одинаковые 2 детали. Кладем их на стол вот этими полосками лицевыми вверх, чтобы оно все у нас совпало. И теперь нам нужно соединить. Я этот ряд вяжу до конца и далее буду набирать дополнительные петли. Что хочу отметить, девчонки, следите за тем, если меняете количество петель и количество набранных петель, чтобы число петель всегда было кратно 4, чтобы совпала резинка, да. И еще очень важный момент. Это для тех, кто не будет считать другой, как бы, другой пряжи, либо другой плотностью, не считайте, это вас не касается. Это касается тех, кто будет пересчитывать. Все вот эти детали, это и это, одинаковые, плюс одинаковое у меня будет вот здесь набрано 28 петель. То есть 3 вот этих вот части, они равноценны, то есть по 28 петель. Везде. То есть если, допустим, ушко у вас будет 20 петель, одно и второе 20, то между ними вы наберете тоже 20 петель, такое же количество, как и ушко. Так, вот я довязала, теперь набираю 28 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28. Так, теперь вот здесь вот у меня ниточка, у вас тоже должна быть именно с этой стороны. Я обрезаю ее и привязываю к вот этому, вот к этой части. И теперь мы будем вязать это все вместе. Узелков здесь не боимся, они у нас спрячутся в обвязку, в петлевку. Так, и теперь вяжу эту часть по узору. Ой, вернее, первая петля у меня будет изнаночная, ее мы вписываем в узор.
все вяжу. Я вот это все вместе резинкой 2×2. Центральные петли у нас при соблюдении всех условностей должны совпасть. Ну, то есть того всего, что я говорила. Здесь по узору продолжаем. Вот у нас одна лицевая, вторую провязываем, то есть вписываем это все в резинку 2×2. Вот, смотрите, здесь у меня лицевая и лицевая. И все совпало, все петельки у меня совпали. Все, теперь я вяжу ровно вот это все, все вместе. Так, мои хорошие, смотрим, что я провязала. Я провязала 22 ряда. Сейчас, на данном этапе, у меня здесь высоту, затылочная часть, 8,5 сантиметров. И в ширину это все дело у меня 30 сантиметров. Ну, в общем, каждая часть вот это по 10 сантиметров. Что теперь мне нужно набрать и связать отдельно козырек? Набрала я 32 петли. Вот сейчас вот буду вам объяснять, откуда у меня взялось 32 петли. Значит, секторы у нас по 28. Я взяла за основу 28, опишу 25. И плюс половину от вот этого числа, это будет 14. Но 14 у нас не делится на 4, поэтому я отнимаю 2, чтобы у меня было 12. Это число, которое делится на 4. И в сумме у меня получается 40 петель. Это получается козырек. То есть, если считать вот эти вот секторы как бы раппортом, да, то у меня получается 1,5 раппорта. И 2 петли я отняла просто потому, чтобы для того, чтобы сравнять это, вписать в узор, чтобы число было кратно 4. И теперь я набрал 32 петли. От этого числа отнимаем 8. У нас будет козыречек вот такой вот формы. Здесь у нас 32 петли, и с каждой стороны мы добавим по 4 петли. И в итоге у нас получится 40 петель. Подробно объясняю только для тех, кто будет пересчитывать. Кто не пересчитывает, набирает петли так, как я, и вяжет резинкой 2×2 первый ряд, а потом со второго ряда точно так же, как на ушке. После кромочной мы будем добавлять петли, но в этот раз только по 4 петли. Значит, сейчас у меня на спицах 32 петли, и мне нужно с каждой стороны добавить по 4 петли. И далее ровно. Этого делать не обязательно, можно ровный козырек, я видела, девчонки вяжут ровный, но мне что-то кажется, что потом при обвязке там нам будет неудобно, поэтому крылья я закруглила просто. Так, и со второго ряда я начинаю добавлять, точно так же, как и на ушки я добавляла. После кромочной я поднимаю с протяжки петлю и вяжу, и вписываю ее в узор до тех пор, пока не будет 40 петель. С каждой стороны добавляю. Так, провязала я
Точно так же, как и здесь, девчонки. Все у нас идентично. Все у нас все у нас максимально адаптировано. Значит, здесь у меня 22 ряда, здесь 22 ряда. Вот они мои добавления. Видите, 4 петельки здесь и 4 петельки здесь. Оно не видно, что это резки. Когда оно обвяжется, здесь просто будет кругленький, такие кругленькие края, что мне кажется симпатичнее, чем ровные. Ну, это мое мнение. Я вам его не навязываю. Вы можете связать и ровно. Значит, что я теперь делаю? Смотрите. Эту деталь большую и эту нам все нужно соединить в круговое вязание. Здесь у меня нить оборвана, значит, я оставлю вот эту вот в основное вязание, а эту привяжу. Вы видите, какие ножницы тупые, прям тупые. Это из комплекта. Я все пишу, все плюсы и минусы. Спицами я довольна, а вот ножницы тупые. Что-то там еще не так. Ну, в общем, я все пишу в тетрадку. Так, и теперь по узору присоединяю. Тут важно, смотрите, следите, чтобы вот лицевая и лицевая, чтобы внутри было две изнаночные, чтобы совпал узор. Вот, кромочная у нас уходит на изнаночную, и здесь кромочная, изнаночная. Далее по узору. И далее мы будем вязать по кругу. Все детальки маленькие мы уже связали. Соединяем всю в круг и вяжем. Смотрите, спица вот это видно вам? Завернутая. То ли она была такая бракованная, то ли я ее как-то согнула. Я не знаю, как это случилось. И не знаю, было ли это, либо это сделала я в процессе где-то. И тут кромочная у нас изнаночная. Соединяем мы все это дело в кружочек. И вторая кромочная изнаночная. Все прекрасно у нас соединилось. Так, сколько же у меня петель? Давайте посчитаем. 3 раза по 28. Это 60. 84 плюс 40. Получается, я правильно посчитала? 124 петли. Значит, здесь 40. 28. 28 умножить на 3, 8, 3, 24, 68, все правильно, 124 петли на все вязание у нас, на всю шапку. Вот, все, теперь я вяжу вверх, смотрите, у нас по сути сейчас буденовка почти получается. Пока она не обвязана. Потом мы это все дело доделаем. Сейчас вяжу по кругу до нужной высоты, до сокращений. Так, девчонки, вот так вот это выглядит. Я провязала вверх. Сейчас скажу, сколько сантиметров и сколько рядов. Вот так вот нам будет виднее. Я сложу вдвое. Вот такая вот конструкция. Значит, отсюда. Вот этой вот присоединения козырька. У меня 14 сантиметров и 32 ряда. Сейчас измерю вам. В общем, длина 36. Отсюда у меня 22 и отсюда 13. Итак, значит, что я теперь делаю? Я сейчас провяжу один кружочек и сокращу одну изнаночную петлю. То есть все изнаночные петли я провяжу по 2 вместе. Лицевые я провязываю нормально, а изнаночные просто теперь у нас 2 сантиметра где-то, 1,5-2 сантиметра, будет только одна изнаночная петля между двумя лицевыми. Это мы уже вывязываем макушку.
и потом еще провяжем пару сантиметров. Как раз впритык хватает мне пряжи. Прям. Обвязка завязки, да, и все. Так что вот так вот. Так, вот он подходит ряд к концу. И далее все. Я вяжу резинкой 2 на 1. Еще рядов 6, вот так вот я вам скажу. И потом макушку стянем в 3 ряда. И все. Провязала я 6 рядов. Вот видите. И теперь в 3 ряда по классической схеме буду закрывать как бы макушку. Значит, для начала вот эти вот 2 лицевые. Один ряд, 2 лицевые вместе провязываю, изнаночную, изнаночной. И так, кружочек. Так, теперь, вот видите, круг я провязала. Теперь я эту лицевую провязываю вместе с изнаночной. Еще один круг поворачиваю, чтобы она красивее выглядела. Вот. Так, еще один кружочек. Здесь вот уже неудобно перетягивать. Можно перейти на носочные спицы в этом месте, если неудобно слишком. Так, и вот здесь вот, девчонки, я довязываю ряд. Сейчас в идеале провязать еще один ряд, еще сделать по 3 петли. Но я этого делать не буду, потому что у меня уже, как бы, мне очень неудобно на этих спицах. Вот последняя у меня петля. Вот. Теперь я просто беру иголку, провязываю в нее. И затяну это все дело. То есть я оставила нить для стягивания, проделаю в иглу и переснимаю на эту нить. Вот так вот, не затягиваем до конца, потому что нам нужно будет затянуть это все. Вот я пересняла. Теперь переношу это все на изнанку. И с изнаночной стороны я затягиваю это все дело, завязываю узелок. Вы провяжите еще, может быть, если получится, если точно такая же история, как у меня, ну да и ладно.
Вообще желательно провязать. Вот и все, видите, аккуратно, девчонки. Так, вот такая вот макушка получается. Так, теперь что мне нужно? Теперь мне нужны спицы. Желательно на размер меньше, но у меня круговых нет, 2,5. Вот так вот. Поэтому я беру спицы 3 миллиметра и набираю петли по кругу. Но набирать с изнанки, как бы мы будем, с изнаночной стороны эти петли. По кругу прям набираем, набираем, девчонки. Как набирать? Здесь я набираю. Из петли. А здесь не из кромочной, а, в общем, из рядов. Значит, две петли из, как бы, если я надеюсь, вам видно, две петли из каждого ряда и одну пропускаем, то есть через ряд. То есть здесь две петли из каждого, один ряд пропускаем, раз, два, и один ряд пропускаем в следующий, раз, два, и один ряд пропускаем. Я вам скажу по итогу, сколько у меня петель будет. Вообще пользуйтесь интуицией, вот визуально смотрите, чтобы они были на одинаковом расстоянии петли. Вот эти хвостики пусть себе висят. Вот так вот по кругу мы по всей шапке набираем петли. То есть сюда поворачиваемся. Здесь вот так вот по прямой проходимся. Вот прям отсюда сюда. Потом по козырьку и обратно. Так, и вот в этом уголочке, где у нас козырек начинается, мы должны продолжить вот такую вот прямую линию. Тут тоже у нас все через, как бы, через ряд. Два раза в каждый ряд и один пропускаем. Вот видите, одно ушко у меня уже одето, петельки. Здесь из каждого ряда, девчонки, вот внимание, на этих углах
потому что нам нужно, чтобы оно так красиво обволокло, поэтому вот так вот. Так. Ну и здесь вот сам козырёчек из каждой петельки. Так давайте пока набираю, я вам расскажу про двойной вариант. Если у вас двойной вариант, вы хотите создать такую добротную двойную шапку, то вы, девчонки, на этом этапе вяжите просто две шапки, вот, одинаковые. Но одну чуть больше верхнюю сделайте, чуть больше высоту, чем нужно, Вот, потому что нижняя, та, которая по голове, она вставляется вовнутрь, а верхняя должна как бы обнять ее. Вот. И вставляете их, ту меньше вставляете вовнутрь, и на этом этапе, на этапе обвязки, вы вот две вместе и через две шапки вы набираете вот эти вот петли. Тем самым соедините две шапочки, и у вас будет двойная. Вы можете связать внутреннюю с другой совершенно пряжи. Это уже на ваше усмотрение. Видите, уже козырёчек мы так обошли. Или как сказать? Ой, господи, какой кошмар. Так, и здесь тоже. По прямой продолжаем. Все, мы выходим на финишную прямую с набором петель. Сейчас я вам посчитаю в конце. Итак, набрала я, у меня по кругу получилось 230 петель. Вот, и сейчас я вяжу лицевыми петлями по кругу. Здесь, по сути, нам не важно, какое количество петель, потому что у нас здесь уже чулочная гладь, мы просто вяжем лицевыми петлями по кругу. Где-то 6 рядов, как минимум 6 рядов, ну, хотя можно и 5, нет, 6, девчонки. Достаточно...
тугенько, ну не совсем туго, но плотненько вяжем, чтобы это у нас была кромка красиво, потому что она нам задает как бы настроение изделию, она дает вот это именно обвязка, она дает изделию дороговизны, я бы так сказала, оно законченное с ней и такое более такое, не могу слово подобрать. Скажите вы мне, напишите, какой эффект дает вот эта вот обвязка. Видите, это последствия жизни в разных странах. Я начинаю забывать. Да я не начинаю, я продолжаю. Я уже давно начала забывать слова и путать, какое слово из какого языка. В общем, тугенько. Какой эффект дает эта обвязка? Вот напишите мне, пожалуйста, в комментариях, вот какое бы слово вы применили. Потому что если бы оставить шапку просто без обвязки, она простенькая. А это какая, вот какая с обвязкой, она выглядит по-другому. Но как? Вот это я хочу от вас увидеть. Напишите мне, пожалуйста. В общем, вяжу я 6 рядов, так вот, по кругу лицевыми петлями, девчонки. Так, провязала я 6 рядов, девчоночки. Смотрите, как это выглядит. Надо очень следить. Смотрите, обязательно нужно все-таки тоньше спицы брать. Я очень старалась затянуть, но вы смотрите, если есть у вас, то лучше возьмите потоньше спицы. Если я вязала 3,5, то хотя бы 2,5 миллиметра. И теперь мы будем делать вот эту петлевку. Делаем, смотрите, сейчас я буду показывать, но я понимаю, что эта пряжа темная, поэтому может быть не очень хорошо видно. Поэтому пишите свои как бы комментарии, если действительно плохо видно, я сниму отдельное видео на светлых нитках и потолще нитки возьму, чтобы вам хорошо был виден этот процесс. В общем, пока вы свяжете основу, если вдруг не видно, то пишите, если я сниму, и до того, как вы свяжете основу, я думаю, что я выложу видео, если оно будет нужно. Значит, мы берем крючок, и теперь смотрите, вот эта вот петля, которая у меня на спицах, я опускаюсь вниз по этой косичке и протыкаю как бы первую петлю внизу вот этих набранных петель. Теперь сзади я снимаю эту петлю на крючочек, крючком снимаю. Теперь захватываю основную нить и провязывая вот эту петлю, провязываю вот вниз. Далее передвигаюсь. Следующая петля. Здесь следим за тем, чтобы вот этот край, вот это все у нас уходило под шов. Снова снимаю петлю, захватываю рабочую нить и провязываю. Так, сначала петлю, а потом протягиваю. Это я просто вам показываю. Здесь у нас образовалось теперь две петли. Их мы провязываем вот так вот, косичку провязываем. Далее снова. Это, конечно, кропотливая работа, но оно того стоит, поверьте мне, девчонки. Все получается потом очень-очень красиво. Снимаю петлю, захватываю рабочую нить и вытаскиваю на лицевую сторону. И провязываю. Вот, получится вот такой вот кантик. Вот так и хочется захватить нить. Нет, сначала петлю, потом нить. Набьете руку, будет легче. Сначала, конечно, немножко неудобно. И провязываем. То есть здесь у нас идет цепочка. А здесь у нас вот так вот это выглядит. Вот эту ниточку, видите, смотрите, чтобы она у нас уходила в шов. Снова первый ряд. Ну, вы видите, что руки делают, они же привыкли по-другому это все дело делать. И провязываю снова. Я подтягиваю, смотрите, тоже здесь следите, так вот это получается. Сейчас я какое-то время повяжу просто молча, вы
Посмотрите процесс, поставьте на 0,5 скорость очень медленно. И если этого вам все равно мало, я вам сниму отдельное видео на светлых толстых нитках. Эта вещь, я считаю, что нужно научиться делать эту кетлевку, потому что это очень вам будет, я считаю, понадобится такая. Вот смотрите с лица, как это выглядит, как натуральная кетлевка. Смотрите, ею можно потом обработать. Я уверена, что я буду пользоваться этим способом. Сама его изучила недавно, поэтому быстренько показываю вам. И в любом случае мы им будем пользоваться. Так что, наверное, все-таки нужно будет снять дополнительное видео. Ну, в общем, вы смотрите, напишите мне, девчонки, если непонятно, сделаем отдельно. И что именно вы мне скажете непонятно, вот какой элемент вам показать, как бы. Вот. Все, что у нас, где какие ниточки, все мы уводим туда. Прячем в эту петлевку. Вот так вот по кругу. Говорила, что повяжу и помолчу, и не молчу. Бессовестная обманщица. Так. Еще очень важный один момент. Сейчас я вам его покажу. Вот, когда вы переснимаете вот эту вот петлю, не чтобы она не была перекручена, вот обязательно, чтобы она была вот так вот лежала, легла ровненько, дети, потому что если перекрутится, то будет некрасиво, что нам не нужно. Но я думаю, при круговом вязании это не так, как при поворотных рядах. Вот, наверное, надо будет вам показать в отдельном видео на поворотных рядах, если там разница, да, в этих петлях, в повороте петли и в круговом вязании. В общем, вы напишите, как, чтобы вы, какой момент вам понятен, какой непонятен в этом способе. И я постараюсь учесть ваши пожелания и просто сниму отдельное видео с подробным объяснением вот этого всего процесса. Уже следите, чтобы вы именно в дырочку этой петли входили. Вот здесь вот это тоже очень важно. Вот у меня здесь ниточка, которую нужно будет туда. Все удобно, все привязанные нити у нас прячутся, и получается очень аккуратная, красивая обработка. Поэтому я и говорю, я обязательно буду это использовать, этот метод, своих дальших, следующих, как бы, мастер-классах. Так, здесь зацепилась, чувствую, ниточку какую-то зацепила лишнюю. Когда рука набивается, то уже оно все очень быстро вяжется, так что не бойтесь. А зато получается, смотрите, как красиво. А вот видите, у меня не одинаковое натяжение нижней нити. Смотрите, здесь нужно следить за, обязательно за натяжением нижней нити, хотя оно потом разойдется при обработке, при носке оно устаканится вот таким вот образом. Я делаю, еду дальше по кругу это все дело. Смотрите, как шикарно все смотрится с этой обработкой. Вот я прошлась по кругу, теперь у меня последние петли, которые слетели.
Очень классная вещь, вернее, методика. Обязательно вы должны ее освоить. Я считаю, так обработать край. Сразу вещь приобретает законченность. Вот. И последняя петелечка. Так, теперь я просто обрезаю нить, продеваю ее. Еще просто сделаю вот так вот одну цепочечку. Затягиваю. И я ее продеваю сюда, как бы в этот валик, вовнутрь. Вот таким вот образом. И краешек обрезаю. Это у меня здесь еще ниточка была, выглянула. Вот. Так, итак, значит, сейчас у нас вот такая вот штукенция, шапенция. Вот это вот нам нужно будет закрепить. Но сейчас я... Вот они, наши ушки. Прекрасная вещь, я так считаю. Как раз моток нам хватает. Вот, и сейчас мне нужно набрать на завязки. Завязки, я так думаю, не обязательно. Они выполняют декоративную функцию всего лишь. Поэтому я их свяжу и покажу вам, как сделать. Ну, а ваше уже право делать их или не делать. Значит, я набираю 4 петли. Раз. Прямо из краешка. 2, 3 или 5, как думаете? Наверное, 5, 4, пусть будет такой плотненький. Вот 5 петель, и мне нужны носочные спицы. Вязать я буду полым шнуром. Так, вот. Теперь вот эта нить у нас рабочая протягивается. Вяжем туго, девчонки, потому что оно потом разойдется из-за вот этих вот протяжек. Сейчас я привяжу, потом я вовнутрь тоже продену вот этот краешек. Мы, по сути, вяжем только лицевой ряд. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь продвигаем спицу и вяжем опять сначала. Здесь вот эта петля у нас, вот эта нить основная, она делает вот такую вот протяжку. Вот поэтому я и говорю, что вяжем очень туго, чтобы эта протяжка, она разойдется потом, эта протяжка. Но пока она есть, но чтобы это выглядело как бы аккуратно, максимально аккуратно, нам надо вязать туго. И протяжечка равномерно потом разойдется и не будет расхлябанности в этом шнурке. Вот видите, вот они, эти протяжки, но они исчезнут. Увидите, будет просто такой вот шнурочек, аккуратненький, симпатичный шнурочек. Вот. И вяжу там сантиметром 20. Я не буду много вязать, мне кажется, это лишнее. Она декоративная, эта завязка. Хотя, может, кто и будет завязывать, но я сомневаюсь. Больше она декоративная, на мой взгляд. В общем, вяжу я эти завязочки на 20 сантиметров обе. Потом вам уже покажу. А, еще прихватим мы вот этот вот козыречек. Вот. Все. Вот что бы вы думали, что у меня, вот смотрите, вот это все, что у меня осталось. И еще в иголочке от закрытия петель. Все, представляете? Так что, если вы будете вязать именно, если вяжете из другой пряжи, вот я провязала, сейчас измерю, сколько. Это я уже другой провязала. Сейчас померяю, сколько точно. Если будете вязать из этой пряжи, ну, 19, а здесь 20. Так что, в принципе, тоже как я хотела, так и есть. Но, чтобы у вас не было прям притык, чтобы вы не боялись.
Можно вот здесь вот убрать пару рядов в этой ровной части, и вот здесь вот пару рядов, чтобы как бы был запас. Вот, если из этой точно пряжи. Вот, если из другой, то понятное дело, чтобы этот вопрос не загружаетесь этим. Если, допустим, обычную классический пух норки, то понятное дело, что там у вас хватит, потому что там больше. Если два мотка брать, понятное дело, что одного не хватит, а два будет много, так что у вас там останется. Вот. Так, затягиваю я ниточку сюда. Вот, видите, что я говорила, что... Тупые ножки, тупые. А этим вот ножницам, наверное, столько же лет, сколько и мне. Это я просто уже нашла, потому что эти тупые. А красивые свои винтажные я забыла на Украине. Ну, в общем, вот так как я сейчас лягушка-путешественница, то у меня вот такая вот история с моим инструментом. А набор вот этот, кстати, вожу туда-сюда, растеряла мелкие детали. Но это не отразилось на качестве спиц. Это только доказывает мою халатность. Но это я такая, ну что тут поделать, ну такая я. В принципе, девчоночки, все. Сейчас я еще прихвачу, вот так вот это все выглядит. Очень закончено и красиво. И я еще сейчас прихвачу вот этот козырек и все-таки постираю. Смотрим вот здесь, вот чтобы у нас ровненько была вот эта вот линия. Далее, на что мы еще ориентируемся. Так, здесь у меня три нити, что мне не нужно. Я оставлю одну, две уберу. Ой, я тут даже... В общем... Полная трагедия. Так, значит, одну нить. Здесь тоже смотрим, чтобы у нас совпали вот эти вот полосочки, чтобы мы никуда не ушли. Вот эту часть как бы не трогаем, а за ровную часть я за изнаночку. Вот здесь вот, видите, хватаю. Таким вот образом. Вот. Чтобы это было не навязчиво, но при этом как бы фиксировано. Здесь я узелочек делаю. Все, чтобы оно... Кто-то пришивает этикетку, тоже можно как вариант. Она во всяком случае вам это все дело зафиксирует. Так, и вторую сторону вот здесь вот в изнанке. Тоже смотрим, чтобы все у нас совпало. Вот так вот. Вот изнаночная, вот лицевая. То, что здесь, если в лежачем положении вот так вот будет торчать, это не страшно, потому что по голове оно потом растянется. А если вы не попадете в свою, как бы, полосочку, то тогда у вас будет деформироваться и уходить наискось, что не нужно. Вот. Следим еще раз, перепроверяю, что вот эта вот линия шла ровно. Вот это не страшно. И все. Теперь я постираю, высушу, чтобы распушился пух норки. И покажу вам на манекене. Вот такая вот у меня шапочка, девчонки. Я думаю, что я удовлетворила ваши хотелки хотя бы на время. Еще у меня будут, в голове у меня их штук 3 к этому моменту, как минимум, уже есть. Посмотрим, что я успею сделать до конца сезона. Ну, в общем, до Нового года. Потом уже шапки, по сути, не нужны. Смотрите, как играет вот эта обвязка, насколько она дает, как бы, завершенность модели. Все. Я с вами прощаюсь. На сегодня это все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.